Всем хайк, друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и, в общем-то, мы продолжаем похождение нашей веселой смерти. А что хотелось бы отметить, то что я думал все-таки поизучать тут все и вся, что только можно. А решил взять с собой коготки новые, решил прогуляться по земле, и что-то очень сильно удивился, что я вот этот сундук не взял, ну, потому что как бы он стоит, типа, прямо перед нами, да, и при этом его, типа, нет, ну и странно. Ну, типа, он мной не забран. Вот, скорее всего, я буду просто бегать, искать все вот эти вот сундучки и прочую хрень. И это невозможно. Пытаться, наверное, собрать все по максимуму. И если будет что-то интересное, я буду вставлять это в видеоролик. Но если этого не будет интересно, то я буду просто, короче говоря, типа, перескакивает с ролика на ролик. Вот как-то так. Ну, а так как здесь в основном именно смерть и всякие хрени, вот, особого смысла в этом нету. Ну, вот, непонятно, что вот это вот за фигня такая здесь, на которую можно спрыгнуть. Утраченный свет. Я думаю, может, кстати, реально в горнило попробовать сходить. А, попробуем пройти горнило, короче, ладно. Так. Бросаем вызов горнилу, на какой... какой левел мы пройдем в горниле сейчас. Я почти упал. Как это прикольно. Вот я хочу... Я не знаю, сколько уровней в горниле, но я надеюсь пройти их все. С чего ты желаешь начать? Я буду бороться с самого начала, давай. Ты хочешь сражаться сначала? Да. Смелое решение. Как будто там есть другие варианты, то есть, да, как бы? Вот я так и не помню, правда, после смерти мне восполняется хпшечка или во время? Волна X2. Не-н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 е. Ну давай, 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 давай. Докажи мне, что вы круче меня. В принципе, кстати, мне хпшечка восстанавливается от моих ребят в том числе. Поэтому. Я просто его порвал, бедняга. Но эти слабенькие, да, то есть, ну, они как бы мне урона особо не наносят. Мне вот интереснее, что будет позже. То есть, ну, когда пойдут такие уже ребята прям прокачанные, типа вот этого, которого там здоровье, мама, не горюй. Но пока вроде справляюсь, на самом деле. Полторы минуты мне это заняло. Что-то, кстати, быстрее даже, чем в прошлый раз, если честно. Когда, помню, геморроился. А, ну так у меня криты под 3000. Ну, нормуль. Ничего, ничего так. Сейчас два же будет, да? Волна 5. Да, надо вот это вот сначала вывести из себя. Больно. Не зря, не зря, не зря, не зря когтевый хир взял. Они прям мощненько, мощненько, мне нравится. Оп. Ну или ехидный, как мне Наташка подсказывает. Какая нафиг разница вообще? Он просто неутомим. Я неутомим, это главное. Тебе удалось выжить. Пока. Пока. Ты желаешь награды и свободы или же новых испытаний? Ай, новых испытаний. Он решил сражаться. Я решил сражаться. Вот этот поворот. Ладно, волна 6, короче, давайте. я думаю... Я, кстати, вспомнил о том, что у меня есть еще такая прикольная штука, как... Биться.
Ой-ой-ой-ой-ой, как он ее прям отымел-то. А я могу за тобой бегать, приколись. Вот так вот, ага. Не. Ой, наверное, это больно было. Я помню, что на второй волне там жесткие типы пошли. Но с откилом все прям простенько. Главное, не давать себя особо бить. И будет все вообще по одному месту как-то. Пофиг. Ой. Как-то я так. Не! По всем сразу промахнул. Неплохо, неплохо. Хорош. Понравилось. Так, они откроют. Вы чё? Охренели, что ли? Найти, получить, распишить, девочки. Так. Сейчас пойдут более жесткие четвертые волны. Типа четвертая из второй волны волн. Вот. Пойдут более жесткие типы. Вот эти кошаки, я их вообще ненавидел. Они очень жесткие. Если с ними не успевать разбираться. Но благо здесь можно минимум с одним разобраться за раз. И поэтому, типа, ну, не так страшно. Сейчас вот на 10-й волне появится еще один кошак здесь где-то. Вот он. И мы начинаем прям с ним махаться. И постараемся его ухайдокать. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не использовать пока нам наши набивочки. Оп. Вот из них я ухайдокал. На мелких типах можно восстановить пешечку. Большими можно пожертвовать. Ну и как-то вот так вот все это дело расхреначить. Отлично, идем дальше. Пока ни одной хилочки не потрачено. Прям хорош, хорош. Неустанный мститель, вот как. Да, неустанный мститель. Неплохо. Уйдешь ли ты, взяв награду, или продолжишь? Я думаю, что... даже не знаю. Наверное, рискну. Он решил сражаться! Я решил сражаться! Ну, вы поняли, короче. Мне просто интересно, на самом деле, сколько там волн. Ну, то есть, ну, должно же когда-то дерьмо это закончится, да? То есть... чисто... блин, я камень по морде получил. Было больно. Было больно. Так. Ну, пока нормуль, пока нормуль, пока мне нравится. У меня очень долбанутый крит на этих косах. Он просто безумный крит. Поэтому там должно прям влетать. Мама, не горюй. Так, а вот та вот штученция, которая, по идее, появилась сейчас сзади меня, она мне не понравится, скорее всего, правильно? Да, этот летающий кусок дерьма в виде этой маски, это просто божественная штука. Я не помню, как мне ее. По-моему, вот так вот. Прошу простить за кашель, если вы услышали, если он вам был сильно громок. Ай-яй-яй, вот это сейчас было больно. В принципе, мы отхил сделали, поэтому все оки-доки, да? Челики, все классно. И тебя вылечим, и себя вылечим, всех вылечим. Макс отхил, хорош, хорош. Вообще, когти хитны просто, огонь. Ой-о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 й
Это дикая адская боль. Ай, о, хорошо, мне вошло так сейчас. Мне понравилось, мне понравилось. И я за счет своих кос вот этих вот прям огонь как исполняю ТП-шечку. А, блин, он же их воскрешает. Мать твою, я чуть забыл. Вот это вот, да, надо с ним.
разбираться до того, как... До того, как что-то произойдет. Вон на 15-й секунду какая-то жопа, наверное. И эти, и те, и конструкты, и хренукты, все, короче, здесь будут, все будут пытаться меня поиметь. Я прям даже не знаю, что делать. Ай-яй-яй. Что-то... Не очень, на самом деле, проблематично. Ну, надо просто на крит и разойтись. И будет прям шикозненько. Оп, крит вошел, крит вошел. Хорош. О, они прям критуют прям хорошенько. Хорошо. Так там прям нравится. Оп. Не. Малой, пока. Так, ну пока 100% хп. А, пока выхожу прям чётенько. Думаю, он далеко пойдёт. Может быть. Спускай свою жопку вниз. Неплохо. Уйдёшь ли ты, взяв награду, или продолжишь? Я думаю, что я дальше пойду. Он решил сражаться! Ну, короче, я не буду это уже повторять. Вы это и так поняли. Я думаю, волн 30 там где-то есть. И вот все 30 волн мне надо как-то... будет пройти. Так, перезаряди, пожалуйста, пистолетик. Так. Отхреначили мы всех, вроде бы. Ну, я думаю, вот так вот более эффективно будет. Так. Все, что ли, да? Ура, следующая волна. Что будет здесь? Что за жопа меня ждет? Ага, жопа в виде того, что на меня прям тут же нападают, я понял. Случайно побил конструкта. Конструкт бедный этого даже не ожидал. Просто появился, получил люлей и ушел. Я так прям разношу неплохо довольно, мне нравится. Вот, скорее всего, будет где-то 30 волн, и, как я уже сказал, я попробую их зачистить за раз, чтобы показать их вам, как это все дело проходит. Волна 18-я. Вот, относительно в моих же интересах сделать все это относительно быстро. Надо эту кошечку добить. Все, шикос, кошечку добил. Шикос. Вообще, пока иду хорошо, пока иду хорошо, вот это вот прям X3, нет, это четвертая получается, да, по счету, скажем так, волна волн, и пока вот вроде бы нормально. Ага, здесь кошечка и два биг конструкта. Давайте разберемся сначала с одним конструктом. А, один биг конструкт, окей, видимо, следующий, значит, будет кошечка и два биг конструкта, или две кошечки и два конструкта, это будет вообще жопа на самом деле. Я не знаю, как буду там пытаться выживать, но я постараюсь. Так, ладно. Ай. Давай. Усиливаем. Отлично. Не, ну пока все нормально. Пока хорошо. 20-я волна смерти. Это две кошечки точно. Повторюсь, возможно, потом присоединится конструкт. Да, и вот он конструкт. Ну, они просто поменяли, короче, разницу. Типа было кошечка одна, два конструкта, теперь наоборот. Надо сейчас просто за счет него постараться отхилиться. Отлично, я отхилился, и меня на этот же уровень ХП поимели. Пробуем его убить. Бамс, бамс. А, готов, отлично. Кошечка, теперь твоя очередь, как бы ты же не против, да? Кошечку мы тоже расхреначим. Вот на этот раз не получилось остановить соточку ХП. Неустанный мститель, вот как. Да, я не устал мстить никому. Давай. Неплохо. Уйдешь ли ты, взяв награду, или продолжишь? Не, продолжим, продолжим. Я пока... Он решил сражаться! Пока что я в норме. Пока что.
12 минут только прошло. Я не знаю, что меня там ждет впереди, но я чувствую, что очень какая-нибудь жопа. Не может все быть так просто. И там, скорее всего, придется попатить, естественно. А, ну правильно, три конструктора меня ждет. В принципе. Прикольно, мне нравится. Оу-оу-оу. Это было нежданно, негаданно, меня просто так порвали немножко. Я стараюсь как бы уворачиваться, но там как получается. Критом по морде. 19 левел, короче говоря, на меня сейчас нападает. Где-то на каком-то уровне я точно сольюсь, потому что это жопа. Живите, уже даже сейчас не восстанавливаю. Ох ты ж мать твою! Ты чё за говно такое вообще? С каких пор против меня восстали конструкты вот такого плана охранители? Если таких будет два, мне будет определенно жопа, ребята. Это будет жопа-жоп. Это самая большая жопа, когда я получал по жопе. А, ну хотя с ТП он ничего сильно бьет. О, вот этого мы не видели, кстати. Мы еще ни разу не видели, как он убивает таких больших конструктов. Несмотря на то, что мне сказали, что мы видели, я все равно скажу, что мы видели. Все равно не видели. Все, короче, отстань. Оу, ты еще что за дерьмо? Ты еще что-то ты, короче, груд, что ли, что кого, да? Оу, чувак. Оу-поп-поп-поп. Вот это прикольно, прикольно. Гормут. А, я вспомнил тебя, чувачело. Ты, короче, 25 волн здесь, походу. Я вспомнил этого чувака, мы его убивали и получили за него очень крутой молот. Что же будет дальше? Мне кажется, что они вызывают ко мне самых жестких мобов, которые были в игре. Да, Гхорна вот вызвали. Ехидна, мне кажется, сейчас еще сюда тоже не хватает. Гхорна с конструктом? Ты охренел, что ли, чувачело? Не, это... Горный и Гарна, круто, вообще замечательно. Вы боги, чуваки, вы реально крутые, конечно. Я не знаю, это будет жопа, наверное. Горный и Гарна, ну, замечательно. Не-не-не, ну, я попробую, конечно, их удолбать без потери какого-то хп, да, то есть, ну, постараться чисто минуснуть их. Надеюсь, мне это получится. И пока вот я вроде ему люлей отвешиваю. Он заодно своему там люлей отвешивает, так что все окей. Кости, принеси горну кости. Зачем тебе кости? Давай тебя просто убью. Так, давай, минус горн. Давай. Или гарн. Кто из вас? Не помню, я запутался в вас, ребята. О, пальцы Максима, оружие немыслимой силы, забытое на долгие века, когда им владел древний военачальник Лич, памяти которому уже давно канло в лету, и который заточен где-то под мертвыми равнинами. Немногочисленные упоминания о нем начертаны на лезвиях этого оружия. А, стопэ, нам ведь давали пальцы Максима за то, что мы брали ее из почты. Это ничего не нового. Ладно, убили Горна и Гарна. Или как вас там, ребята? Мне уже пофиг. Переходим к последней волне, как я понимаю, да? Сейчас же будет последний босс. 25-я волна. Я продержался, даже не захилившись. Так, начнем с этого энта. С ним жестче всего, потому что он очень больно бьется. Ладно, коли вы хотите, чтобы я с вас начал, начну с вас. Вот это вот жестко в меня влетело, сейчас жестко. Я отхиливаюсь, походу, от критов в основном только, ребятки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот эта жесть была, просто жесть. Просто огонь вообще, ребята, огонь. Вот это была жесть. Вырывайся. Оп-оп-оп-оп-оп. Могло быть. Вот это вот мне уже нравится. Вот это интерес. Вот это вот круто. Круто. 20-й левел говорит о себе. Отлично.
Так, не, вот это мне нравится, давайте-ка, ну, я даже одну хилочку завязал. Талисман каменного сердца. Этот талисман сохранил жизнь многим воинам. Его каменное сердце пульсирует от энергии восстановления, увеличивает здоровье носителя. Неустанный мститель, вот как. Так, ну-ка. А, давайте-ка посмотрим, что нам за талисманчик дали. Так, ну здесь нам дали палец Максим на 17 уровень. И она, кстати, мощнее, чем та, которая у нас на 5 стоит. Ладно, ну это было предсказуемо на самом деле. А, нас... Серьезно? На 100? Ладно. Так, демоническое сердце там все убирает. Не, ну, ладно, ладно, я понял. Неплохо. Уйдешь ли ты, взяв награду? А, это не конец, да? Продолжишь. А, я походу понимаю, что там он все-таки... Он решил сражаться! Будет 30 уровней. Ладно, попа боль. Минимум, причем 30. Не факт, что это последний. А что здесь пошли 35-е скелетики уже. 35-й будет больно, окей, я понял. Не, ну я все так же по ним хренач нехило, но... Это скелетики 35-е, да? То есть, а если там будет босик 35-й, ну... Опа, боль мне обеспечена. О, я помню вот этих ребят, они очень больно стреляли. Мне очень больно. Ау-ау-ау-ау. Да, вот с ними надо как-то поосторожнее. Типа такого. Ладно, не, пока полная хилочка. У меня все еще есть мои мобики. Ага, смотрите, у меня, кстати, получается, сбросилось время-то сбросилось. Мне сейчас подняли уровень и сбросили время на, как сказать-то, на таймере. Оп-оп-оп-оп-оп. Что думал, я тебя не замечу, что ли? А ты вот тут вот стоишь и типа это, да? Того самого. Блин, а если там 50 волн? Я же здесь сдохну вообще, вы чё? Я думаю, я буду показывать вам по 25 волн за раз. Типа, что будет дальше, узнаете в следующей серии. Так будет прикольнее, наверное. Ой, ой. Сейчас могло нехило так прилететь, я вам скажу, друзья мои. Ты чё, типа, за меня вышел подраться, что ли, или чё, кого? Или ты, типа, восстал из мёртвых дважды? Что с тобой не так, чувак? Ладно. Если там 25 волн, чё? Блин. Опа, боль, чё могу сказать. Надо, кстати, было посмотреть перед тем, как идти в горнило, чё там вообще будет, ну как бы, да? Но я чё-то решил... выпендриться и просто там в соляного, несмотря прохождение всего этого говна, просто такой типа, да, я смогу. Ну вот наступил уже, как видите, один момент, когда мне пришлось заюзать хилочку. Не спорю, можно было по-другому сделать, но... Он просто неутомим. Я решил засейвиться. Тебе удалось выжить. Пока. Ты желаешь награды и свободы или же новых испытаний? Ну дальше. Сражаться. Главное, знаете, вот в определенный момент случайно не выбрать не то. Типа, ты решишь сражаться, да, я решу сражаться, такой, ой, нет, я возьму награду. Вот будет обидно на самом деле. О, вот это вот жопа, вот оно начинается где, вот. Вот это вот оно, вот это вот жопа, вот это вот. Ох, вах. Главное отхиливаться успевать после этого сразу. Жесть. Нет, я постараюсь без скелетов, без всего вот этого. Насколько это еще возможно, конечно. Это жесть. Блин, это там у нас получается, они мне сейчас нехило так побили.
Вот сейчас просто ульту в никуда так пизнул. Еще раз. Блин, да ты красавчик, чувак. Ты огонь просто, я не знаю. Так, два кошака какого 21 левела мне больно, честно говоря. Ну ладно, одного отвлек на тропиков, которые мне, кстати, довольно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ох. Оба, уклоняемся. Нафиг. Отхиливаем половину хотя бы здоровья. О, у вас тут до хрена, ё-моё, да, призываем еще больше. Призываем еще больше дерьма. Больно. Не, вроде... бич! Я отхилился. Вот это вот уже пожестче, я вам скажу. Сразу могу сказать, что это жестче, намного жестче, чем было. Так, давайте, здесь уже придется применять умение полюбасику. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Здесь полюбасу придется применять умение. Без вариантов. Главное, чтобы не дать их себе подойти близко и заморозиться, иначе будет больно. Так, ну, у меня когти очень хорошие, они восстанавливают мне, по-моему, и здоровье, и, типа, магию. Поэтому все должно быть окей. Так, со стражем разберемся быстренько. С кошаком. Который мне чуть лишь не ответил, правда. Я думаю, с ним тоже можно разобраться. Он меня, правда, оттолкнул, мразь. Обидно. А, у него рваные раны. Нифига себе. У него, короче, рваные раны, типа, он накладывает. Йоу. Оу. Прикольно. Ну, типа, рваные раны, ну, типа, он меня коцает, у меня кровь течет и течет. Ну, я не знаю, это, наверное, не так называется, но вы поняли. Так, ох, твою-то маму, папу. Вот это будет жестко. Это будет жестко. Так, мне хотя бы с одним успеть разобраться. С одним вроде бы разобрался. Жестко по той причине, что у этих дебилов щит, и его хрен пробьешь, если они там встают типа в позу. Это значит, что тебе жопа. Но вроде я справился. Фух, это было прикольно. Когда конец? Ребята, я устал. Я хочу конец. Тебе можно? Удалось выжить. Пока. Ты желаешь награды и свободы или же новых испытаний? Я рискну. Он решил. Блин, это... Ах. Вот, не, ну я понял, в чем тут ад. Короче, ад в том, что ты, типа, просто начинаешь вставать каждую следующую волну. Только не сестры, ёп. Это ж такие мразоты вообще, я вам скажу, друзья мои. Не то чтобы их как бы сложно убить там или еще что-то, но, блин. Ну ладно, если бы не когти, я бы здесь сдох, честно слово говорю. Ну, в принципе, я как бы на них только и понадеялся, чтобы с ними просто пройти. Потому что благодаря им я, по сути, сейчас отхиливаюсь как своими косами, так и этими. Ох, хорош. Минус голова просто. Блин, ну, смерть красава, конечно. Ну, жестенько идем. Ох, вот это адская тварь. Вот их я ненавижу еще больше. А, знаете, вот что угодно, только не это дерьмо. Вот как бы вот вообще. Вообще ни разу. Вот, то есть, ну как бы сестры, окей, ну, типа не сестры, это призраки. Окей, не проблема, да. То есть, ну вот эти вот призыватели, это просто адская тварь, которая. Это еще ладно, есть там, по-моему, огненные призыватели, которые еще и долбают там тебя своим кувшином. По морде. Это прям очень больно и не,
Вообще ни разу не хорошо. Ладно, посмотрим, что у нас сейчас вылезет. Скоробеи, замечательно. Ну вот кого мы ждали? Конечно, мы ждали скоробеев. Ну вот, то есть, ну, все же, да, ждали, конечно же. Вот, все считали такие, вот скоробеи придут. Вот стопудов. Ну, должны были быть. На самом деле, скоробеи, они очень жесткие, если их много, они все на тебя типа нацелились, они могут очень сильно покоцать, на самом-то деле. При желании. Но так как у меня по ним проходят фактически по всем криты, против меня это не работает. 39-я волна, ладно. Мне кажется, здесь их два, да? Будет, скорее всего. Вот, видишь, он... Видите, он вот долбает вот так вот. Очень хорошо. Да, здесь три даже призывателя. Вот, уклонились, отлично. И вот как бы им надо не давать прям кучи-кучи спавнить, иначе это будет очень хреново. У них слабенькие, конечно, эти скелетики их, но почему их скелетики просто ладно. Русский язык такая сложная для меня, что даже не знаю, как вам об этом рассказать. Так. В принципе, сам может своих друзьяшек убивать. То есть, не проблема для него. Ну и для меня, в принципе, тоже. Так, что сейчас будет? Будет последняя волна, 40-я. Ну, не последняя, в принципе, наверное. Оп-оп-оп-оп-оп. Серьезно? Серьезно, да? Их два, да? Замечательно. Мне прям нравится. Ладно. Не, ну с одной стороны, простите, конечно, меня, господи, что значит недостаточно? Все достаточно. Сейчас надо бить аккуратненько. Вот, то есть вы понимаете, да, что вот эти два существа надо бить, да? Это жестко довольно, на самом деле. Да ладно, я их убил случайно, что ли? Думаю, он далеко пойдет. Прикольно. Так, еще десяточка. Пока. Ты желаешь награды и свободы или же новых испытаний? Блин. Он решил сражаться. Я надеюсь, что нам 50 уровней, иначе, ну, вот это жопа, если... А приколитесь, там их 100. Я ж здесь состарюсь, пока пройду все это дерьмо. Уже с 23-м уровнем сражаюсь, и вам скажу, что я уже их не так критую, как раньше. Прям вообще ни разу не так. Прям урончик-то... Ой-ой-ой. Если криты не выпадают, смотрите, как мне нехорошо-то. Не, ну ребятки, конечно, у меня хорошо взрываются, но... Все равно. Если там дальше такая же жопа будет, можно считать. Ой, мерзость, 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 ну ты и мерзость. С сестрами еще рили? Сириусли? Вот ты мерзкая-то, а. Вы посмотрите, какие они мерзкие все. Они гады, они хотят моей смерти. Не знаю зачем, но... Они точно этого хотят. Но самое интересное, что горнило это еще не конец. Блин, 43-я волна. Две Это будет больно. Это будет больно. Не, я скорее всего представляю, что вы ни хрена не понимаете, что здесь происходит, потому что у вас весь экран типа моргает непонятными оттенками зеленого цвета, но... Поверьте мне на слово, здесь жопа.
Так, одну мы убили. Сейчас мы попробуем убить вторую. И я надеюсь, что мне это получится. Мы убили вторую. Ой, жесть, ой, жесть. Я уже пожалел, что я пошел в горнило, честно говоря. Опять. Нельзя так делать, ребята. Нельзя. Это очень вредно. Это очень противно. Подло с вашей стороны, друзья. Это очень подло, друзья. Скоробей эти вообще вот жесткие чуваки. Я вот как бы стараюсь отхилиться, ну, насколько это вообще, в принципе, возможно там, да? Но... это жесть. Если вот сейчас, например, появится опять два скоробея, ну, это будет гипержесть. А, нет, у нас появился... как тебя там зовут? Да мать твою! Костяной гигант. Вот, да. Всего-то. А! О-хо-хо. Это было... Это было больно. Ух! Кто на меня? Его упорству можно позавидовать. Позавидовать моему упорству можно. Неплохо. Уйдешь ли ты, взяв награду? Или продолжишь? Я бы счастьем и содроганием сказал, что я уйду, но... он решил сражаться! Адский адскал. 24 уровень скелетов по мою жопку. Так, мне нужно срочно отхиляться, и чтобы мне отхиляться, мне нужно с ним по-хиться. Бесит, что ты как его не бьешь, он по сути все время тебе щитом прикрывается. Здесь в основном время тратится не из-за того, что ты типа его ударить как-то слабо можешь, да, и так далее, а тут наоборот, из-за того, что ты его типа ударить не можешь. Короче, ладно, достал меня просто. Не место для лошади. Пошел в задницу, короче. Просто уже надоело, знаете, ребят. Что он меня пытается убить. Было бы смешно, если бы еще, ребят... Ты кто? Ты мучитель. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такое дерьмо сейчас выспленишь, да? Ну, я так это... Мы, помнится, с тобой встречались в подземельях, да? Что-то было такое, я помню. Ты мне еще там люлей, по-моему, обставлял. Па-па-па-па-пам. Больно вообще-то, чувачело. Ну, мучитель сдулся, ладно. Что дальше? А какая волна будет следующая? Мать твою, там реально есть волны. Я что-то уже потерялся в щитах. Так, ну, гигант тут половой уже был.
Половой гигант мы уже убивали, ребята. Зачем нам второй раз его убивать? Или он какой-то убер-пупер-мупер крутой вот раз? А? Скажите мне, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Ну. Все, нету полового гиганта. Дальше что? Волна 49. Блин, еще две волны. И там... А, мучитель с щитовиком. Вообще замечательно. Вы, ребята, умеете меня радовать. Вот, то есть, одно говно тебя будет очень круто дамажить, второе говно ты хрен продамажишь, как бы, да, и... Молодцы. И мне нравится ваша задумка. Элегантно, изящно, красавцы вообще. Мне нужно больше ярости. А, лол, он их просто ваншотает, что ли? Серьезно. Прикольно. Бедный мучитель, я не знаю, видели вы или не видели, но, короче, типа, пытался меня поранить, но я все время оказывался сзади него. Он такой, просто пытался меня как-то, я не знаю, там, подамажить. Я просто ему лелеет, я шел. Да пошел, сожрет он мое сердце. Ну давай, давай, покажи мне что-нибудь. Вот так вот слабо, да? Не знаю, я застрелять могу, а ты меня не можешь. Ля-ля-ля. Ты ж мразь-то. Все, да? Сдулся? Блин, последняя волна, сейчас, блин, два мучителя и гигант стопудов. Я уже просто не знаю, что здесь будет, но... Я чувствую, что это будет какая-то жабоболь. Ага, ну я почти угадал, ладно, я почти угадал. Мучитель и гигант, окей. Я почти угадал, ребятки, я почти угадал. Недостаточно ярости. Здесь творится какой-то адский адскал. Адский ад ада. Адский ад из ада. Я пытаюсь отхилиться за счет одного, но меня при этом дамажит неплохо другой. Так, вот теперь будем отхиливаться за счет здоровяка. О. Все, да? Отлично. Скажите мне, что это конец, ну пожалуйста, пожалуйста. Ну это реально долго. Адские сапоги я получил. Адские сапоги — это часть боевого снаряжения четырех всадников. Всадник, защищенный этими бронированными сапогами, готов отразить любой удар. Очень немногие смеют бросить вызов всаднику в адских доспехах, так как он ритуально подготовлен к уничтожению любых врагов. Сапоги улучшают всевозможные боевые умения владельца, а если их носить в сочетании с другими элементами, то эффект еще сильнее. Думаю, он... Я чувствую, что там не 50 волн. Вообще ни разу. Вот. И ладно, я, короче говоря, в принципе могу... Могу, на самом деле, надеть вот эти сапоги, но здесь есть одно но. У меня крит урон сейчас здесь плюс 32%. Поэтому он лучше, чем есть. Выглядят они вот так, но, честно говоря, ну, так себе. Вот эти, по-моему, и то прикольнее выглядят. Как обмоточки. Давайте посмотрим. Уйдешь ли ты, взяв награду? Да, это не конец. Или продолжишь? Блин, вот... Я бы здесь честно передохнул, если честно. Вот, давайте... Закончим эту серию здесь. Это будет уже, наверное, вторая серия в долбанном горниле. Потому что, как бы, ну его нафиг.